Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Все начинается с семьи. В Бобруйске провели форум. Когда нет традиций или теряются традиции, тогда и имеем мы все наши социальные проблемы, с которыми не знаем, как бороться. Что обсудили? Алло, мама. Телефонные мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых белорусах. Заводят в заблуждение потерпевшего. Как не пополнить чужой кошелек? Аптека для души. В Беларуси отмечают День библиотек. Нам хочется оставить эту память дальше для следующих поколений. Пушкин или Есенин? А также западные ворота, недоступные операции и бесплатная прививка. В октябре стартует вакцинация против гриппа. Чем опасен этот эпидсезон? Выгодный партнер. Президент прибыл на саммит ШОС в Узбекистане. До начала форума двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем. Александр Лукашенко отметил, взаимодействие с Беларусью началось еще 12 лет назад. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой и пыталась встроиться в мировой порядок. Сейчас же на нее смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. В то время определили, что мы будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее. Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом вашей семьи, нашей шанхайской семьи. Вы всегда откликались на наши просьбы, на мои просьбы. И в последних выборах вы принимали участие, в президентских выборах. Вы могли увидеть Беларусь, оценить ее, ваши представители. И я вам благодарен за те оценки, которые были даны во время последних президентских выборов. Это говорит о том, что и ШОС заинтересовано в нашей стране. О намерении стать полноправным участником Беларусь заявила летом. Рынок действительно огромный. Общая территория государств 60% Евразии с населением в 3 миллиарда человек. А наша республика – западные ворота для ШОС. А значит, партнер выгодный. Сам же саммит в Самарканде состоится в пятницу. Здесь встретятся лидеры 15 стран. Объединить усилия государства, церкви и общества. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске прошел форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». В списке участников более 170 человек. Духовенство, руководство города, педагоги и просто неравнодушные. О темах, которые волнуют каждого, Татьяна Горбач. Станислав и Наталья Живун воспитывают четверых. Старший 16, младшему 1,5 месяца. Родители много работают, посещают церковь и все свободное время уделяют детям. В Доме православной культуры Георгиевского храма они делятся секретом счастья с участниками форума «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». Стараемся прививать как бы вот ценности, не просто такие вот вещественные, которые нас окружают, а духовные, потому что без этого составляющего как такого человека нету. На пленарном заседании поднимают важнейшие вопросы, которые касаются каждого. Стабильность семейных отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений. В зале более 170 человек. Духовенство, чиновники, педагоги, представители общественных организаций и просто неравнодушные. Присутствуют и гости из России. Форум благословляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Когда нет традиций или теряются традиции, тогда и имеем мы все наши социальные проблемы, с которыми не знаем, как бороться. Это и разводы, и прочие социальные проблемы, которые мучают общество наше. Поэтому мы сегодня обсуждаем, как нам вернуться к традиции христианской, к нашим общечеловеческим и нашим национальным традициям, для того, чтобы сохранить семью, сохранить общество, сохранить государство. Многодетных семей с каждым годом все больше. Только в Могилевской области почти 12 тысяч. Для них весомая помощь от государства, пособия, льготы и строительство жилья. С 2020-го отцам полагается еще и 14-дневный отпуск в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Наниматель обязан предоставить его по заявлению работника. При этом отдых может частично или полностью оплачиваться. Сейчас активно прорабатывается вопрос, чтобы родители могли
комфортно совмещать и труд, и растить детей. Все начинается с семьи, это достаточно важно уделять внимание и духовному развитию семьи, и государственной поддержке, и в целом восприятие семьи как ячейки общества, как единицы, которая дает развитие нашему государству. В городе проживает фактически 1000 молодых семей, и чуть меньше половины из них имеет статус многодетных, поэтому для нас важно, каким образом развивается эта семья, как она себя чувствует в этом социальном русле и каким образом можно ей помочь, в чем ей надо помочь. Не случайно форум проходит в преддверии Дня народного единства. Государство, церковь и общественность действуют сообща в решении вопросов сохранения и укрепления истинных ценностей белорусского общества. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписывают международная организация «Союз православных женщин», БСЖ и «Православные бобручанки». После подводят итоги. В итоге конкурса рисунков «Семья глазами детей» и вручают подарки многодетным. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Первые и последние деньги курьерами телефонных мошенников чаще всего становятся белорусы от 20 до 25. Молодые люди в поисках работы обращаются к сомнительному заработку. Аферисты дают задание забрать пакет по определенному адресу. Любители наживы начали проявлять активность еще 5 лет назад. Первоначальная схема «Алло, мама» была довольно проста. Раздавался телефонный звонок на домашний телефон. Якобы сын или дочь попали в аварию и просили финансовой помощи. Сейчас с пострадавшими связываются через мессенджеры, в основном в Вайбере. Представляются как сотрудниками органов внутренних дел, либо посредниками от этих сотрудников. Заводят в заблуждение потерпевшего, значит, определенная схема используется для того, чтобы потерпевший не смог созвониться. Звонят сразу одновременно и на мобильный телефон, и на городской. Человек в такой эмоциональной ситуации не может нормально оценивать адекватность происходящего. Обычно злоумышленники обманывают людей престарелого возраста, звонят из-за рубежа. Установить преступника в таком случае проблематично, хотя правоохранители и взаимодействуют с зарубежными коллегами. Комфортный маршрут, родительский комитет и карьерная техника. Беларусь поможет Ирану увеличить добычу полезных ископаемых, о чем договорились страны. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вакцинация против гриппа начнется в октябре и продлится до декабря. Традиционно прививки будут доступны на бесплатной и платной основе. За средства бюджета предложит российский Гриппол Плюс. Препарат уже прибыл в страну и проходит лабораторную проверку качества. Затем его распределят по учреждениям здравоохранения. Беларусь поможет Ирану увеличить добычу полезных ископаемых на 40% в год. Производители горнодобывающей техники обеих стран объединятся для создания тяжелых карьерных самосвалов. В течение 3 лет изготовят больше 500 машин. Государство-партнер ввел крупные программы для повышения активности в секторе, когда продажи сырой нефти попали под американские санкции. Некоторые операции Беларусьбанка будут недоступны 17 сентября. В частности, не получится выпустить виртуальную карту в мобильном приложении и перевести деньги. Кроме того, с 6:30 до 18:30 нельзя будет подключить или отключить услуги СМС-оповещения. Причина – технические работы. Минобр обновил положение, которое регулирует полномочия родительского комитета. В его обязанностях укрепление связи между семьей и школой, привлечение законных представителей к активному участию в жизни учебного заведения и проведение разъяснительных бесед. Однако в компетенцию не входят вопросы сбора денег. БелЖД с 19 сентября улучшит условия проезда на маршрутах, которые связывают Минск с Гомелем, Брестом и Калинковичами. По этим направлениям пустят 5 вагонов вместо 4. В этом месяце также временно изменится расписание некоторых поездов на Полоцк и Санкт-Петербург. Символы чистоты, верности и единства. В Первомайском районе появился необычный мурал. На рисунке васильки – государственный флаг в сердце и рукопожатие – знаки единства белорусского народа. Такой подарок для жителей дома на Ульяновской, 90, сделали сотрудники ЖРЭО вместе с горгазом. К патриотической акции приобщились и местные жители, внесли свой вклад в общее дело. Вышли прогуляться с детьми, увидели, что наводят такую красоту, решили присоединиться, помочь. Облагораживая город, мы своими поступками вносим вклад в развитие будущего нашего города и нашей страны. Только вместе мы едины. Подобные муралы появляются в Бобруйске не впервые. В рамках акции «Сделаем город краше» преобразилась многоэтажка на Западной, 22. Летящие голуби отражают символ мира, борьбы против войны, насилия, тревог и слез, что играет особую роль в год исторической памяти. Именно поэтому первым делом обновляются дома ветеранов Великой Отечественной. Хранилище знаний и истории. В Беларуси отмечают День библиотек.
Всего в стране их около 7 тысяч, в общем фонде свыше 50 миллионов экземпляров книг. Есть редкие, в том числе рукописные, старопечатные. В преддверии праздника централизованная библиотечная система «Бобруйска» запустила на официальном сайте базу данных. Уникальные свидетельства прошлых лет о фактах, людях и событиях. На презентацию пригласили тех, кто стоял у истоков. Для них мини-концерт и слова благодарности. Нам хочется оставить эту память дальше для следующих поколений. И эту базу данных, это фотографии, это история всех библиотек города Бобруйска. Мы создали в единый такой продукт современный, который будет доступный всем. Книжный фонд городских библиотек составляет более 411 тысяч экземпляров. Пользуются им свыше 40 тысяч читателей. Миллионы страниц истории хранятся не только в печатном, но и в электронном виде. Библиотечная система постоянно развивается и идет в ногу со временем. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!